В индийском городе Рампур мастера пытаются сохранить умирающее искусство вышивки золотыми и серебряными нитями. В Индии его называют зардози. Умение веками передавалось из поколения в поколение. Теперь же затраты на сырье растут, а покупателей становится меньше. Поэтому мастера все чаще сменяют профессию. Сейчас ситуация такова, что мастер зарабатывает меньше $3 в день. Это большая проблема. У семейных большие расходы, у них жены и дети. Как им прожить на $3? Раньше для вышивки использовали только серебряные нити, но теперь их заменяют металлическими. Однако изделия все равно дорогие. А поскольку жизнь в Индии тоже дорожает, роскошные вышивки может позволить себе не каждый. Техника зардози родом из Персии. В Индии это искусство было на пике популярности в 17 веке. Вышивками зардози украшали наряды, попоны слонов и лошадей, а также ковры. Вышивают в этой технике на шелке, парче и бархате. Для украшения используют стразы, бисер, драгоценные и полудрагоценные камни.